Привет! Сегодня мы находимся на московском марафоне вместе с Полли Робокар. Давай посмотрим, что здесь интересного. Сейчас мы находимся на спортивной трассе, где детки безопасно учатся преодолевать препятствия на дорогах вместе с Полли Робокар. Смотрите, сколько ребят пришло к нам, чтобы поучаствовать в заезде. А прямо здесь и сейчас выдают классные подарки от Полли Робокар. Держи. Вы знаете, у меня есть подарок для твоей мамы, но она получит его, если ответит на мой вопросик. Как зовут всех героев? Как зовут? Я только знаю Полли, Роя, девочку не помню даже. Подсказывай. Эмбер. 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 Эмбер и... Хелли. Хелли это? Хелли. Мы даже книжку читали, но я не запомнила. Хелли или Келли? Хелли. Хелли, молодец. Ну ладно, вы выполнили все мои задания. Я сейчас вам принесу кое-что интересненькое. Мне кажется, твоя мама вообще прям знает всех. Давайте 5. Хоп. Так, ну что, твоя мама справилась с моим заданием, и она получает прекрасный подарок. Как вас зовут? Камила. Камила, Камила, у меня для вас, о, набор для мальчика, представляете? А вам повезло. Держите. Спасибо большое. Ух ты, сколько гостей у нас здесь. Давайте посмотрим, кто чем занимается. О, а здесь что-то очень даже интересное. Вау, привет. Ух ты, кто это у тебя? Как же я сразу не догадалась, это же логотип Полли Робокар. А сейчас мы посмотрим, как ребята раскрашивают наших любимых героев. Всем привет. 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 Меня зовут Настя, а вас? Тебя Аня зовут. Аня, тебя? Лиза. Лера. Лера, вы умеете раскрашивать. Ух ты, как здорово получается. Класс. Вот это да. Ребята, а вы любите рисовать? Да. А раскрашивать картинки? Да. Ого, ничего себе, вот это да. А Полли Робокар вы любите? Да. Ну тогда давайте дальше рисовать с вами. А вот здесь ребятам выдают вот такие кепки и настоящие водительские права. Представляете, ребята? Привет, как тебя зовут? Приятно познакомиться, меня зовут Настя. Это твои настоящие водительские права. Ариша. Так, Ариша, сейчас ты получишь настоящие водительские права. Пишем Ариша, держи, это твои настоящие водительские права. А вот тебе еще вот такая штучка, чтобы они не помялись. Давайте сюда. Для того, чтобы вождение было безопасным, мы надеваем вот такой шлем. Руками держись. Как ты умеешь кататься? Давай.
вместе с аниматорами, друзья, мультипликационными персонажами, героями команды спасателей Робокар Поли мы проведем разминку и уже буквально в 4 часа отправимся на Южный спортивный центр, туда, на стадион, чтобы наблюдать за детскими забегами. Сегодня наши юные участники московского марафона бегут и 400, и 800 метров в зависимости от возрастной категории. Ну и, конечно, прямо сейчас, друзья, через 10 минут на основной сцене мы ждем вас для того, чтобы размяться и эмоционально зарядить наших юных участников преодолению дистанций детских забегов. Что еще вы спросите меня, а я вам расскажу. 17-го сегодня и 18 сентября завтра вы сможете вместе с нашими мультипликационными героями команды спасателей Робокар Поли поучаствовать в настоящих гонках на самокатах и, конечно же, бега-велах. Также мы проведем специальные викторины на знание правил поведения на улице, друзья. Наша детская зона вместе с Робокаром Поли находится рядом с шатром места встречи. Поэтому приходите всей семьей и участвуйте в наших активностях. Сейчас на московском марафоне начинается разминка перед забегом. Отлично! Ну что, вы не устали? Вы молодцы, вы молодцы! А теперь ручками поделаем вот так. Смотрите, Робокар сюда пришел! Привет, Робокар! Отправляем дальше, живем! Делаем волну в поле. Это самая веселая разминка, на которой я была. А теперь погнали на забег! Как тебе забег? Вот это, понравилось? Как элитный спортсмен. Давай 5. Зайти гораздо через такую... Тебе понравилось? Ты сам бежал. Давай 5. Давай я тебе помогу. Давай. Опа. Ну что, как тебе забег? Понравилось? О, спасибо. Давай 5. Держи. Хопа!
Ну что, рассказывай, как тебе забег? Хорошо, тебе понравилось? А ты сама бежала? Ух ты, давай пять! Хопа! Пять, четыре, три, два! Ребята, занимайтесь спортом, дружите с Полей Робокар, а главное, соблюдайте правила дорожного движения. Пока!